Ну что, как и обещали, начинаем разыгрывать подарки в конце 2018 года. И подарков у нас огромное количество. Подарки у нас предоставлены, естественно, компанией Saruf Invest, торговым центром Атом, каналом 16 и рестораном Prime. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов от канала 16 и торгового центра Атом, необходимо было вступить в группу канала 16 ВКонтакте, вступить в группу Prime ресторана и, собственно, сделать репост к себе на страницу записи с розыгрышем, ну и оставить ее до конца сегодняшнего дня. Сейчас мы проверяем и начинаем просто-таки брать и разыгрывать призы и подарки. И начнем мы с двух вот этих замечательных кружек с логотипом нашего классного телеканала. Готовы? Поехали! Первая кружка у нас отправляется. Отправляется у нас кружка Ульяне Богодяж. Друзья, аплодисменты ей. Давайте ей все вместе похлопаем, все, кто вместе с нами. Ульяна, тебе отправляется вот эта вот правая кружка. Вторая кружка. И выбираем нового победителя. Пиу! И ей становится Екатерина Лунина. Друзья, аплодисменты и Екатерине. Мы начинаем розыгрыш от торгового центра Атом, от магазина Diseo. Вот они, два. Кладем их и погнали. Выбираем победителя. Делаем это вместе с вами. И первый сертификат отправляется Кристине Самохиной. Друзья, аплодисмент Кристине. Я продолжаю разыгрывать, друзья. И опачки. И второй сертификат отправляется Галине Степановой. Галина, с Новым годом. Сертификат разыгранные ждут своих владельцев. Отправляем их в сторону. Продолжаем. Следующий розыгрыш у нас от магазина «Пеликан». Труселя там продаются. Поехали. Итак, сертификат на 500 рублей достается. Отлично. Николай Козлов отправляется у нас сертификатом на 500 рублей в «Пеликан». Следующий победитель у нас будет. И второй «Пеликан» отправляется Николаю Олухову. Николай, мы вас тоже поздравляем. Сертификат в «Пеликан» разыграны. У нас с вами есть два сертификата от магазина «Гроссхаус». Друзья, тоже по 500 рублей. Кто не знает, в «Гроссхаусе» у нас продаются замечательные канцелярские товары, рюкзачки и так далее. Первый сертификат в «Гроссхаус» отправляется у нас, отправляется Дмитрию Кочеткову. Дмитрий, у-ху! И второй сертификат в «Гроссхаус» отправляется он у нас, Ирине Трошкиной. Ирина, мы вас поздравляем. Еще есть у нас два приза, дорогие наши уважаемые телезрители, ютуба-подписчики, контента-потребители наши. Это «Красный куб», магазин, где продаются всевозможные подарки, что очень актуально перед Новым годом. Итак, первый сертификат в «Красный куб» у нас получает Александра Розанова. Аплодисмент Александре, сейчас все родные ее обнимают и целуют, говорит, наконец-то выиграла. «Красный куб» один раз заигран, отставляем его в сторону и выбираем нового победителя на второй сертификат. И им становится Марина Рогожина. Марина, с Новым годом! Бум, шакалакалакабум. Марина, поздравляем вас! Друзья, ну что, с основной массой подарков, призов от торгового центра «Атом» и канал 16 мы закончили. Призов было более чем достаточно, победителей мы выбрали. И мы переходим к розыгрышу четырех сертификатов в ресторан «Prime». Поехали. Итак, первый победитель первый отправляется у нас... Отправляется Павлу Кожевникову. Павел, тебе достается вот этот сертификат на 1000 рублей в ресторан «Prime». Приходи, забирай. Ну и сытно покушай. Отложили. Поехали дальше. Евгения В. Продолжаем. Еще один сертификат. Отправляется Андрею Савину. Еще один сертификат. Бери. Оу! Итак, нам написала и вот такой вот комментарий Ксения Зюзяева. Ну и момент истины, дорогие друзья. Хотел оставить себе, но не оставлю. От компании Saruf Invest. Кому-то сегодня достанется вот этот замечательный телефон Nokia 6.1 на Android One. Телефон классный, состоит из алюминия и чего-то там еще. Так, о! Итак, телефон у нас получает...
дама, которую зовут Любовь Фофанова. Она оставила нам вот такой комментарий. С наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет вам только все самое лучшее. Пусть вам сопутствует удача, успех и везение. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется. Любовь, вам достается от компании Саров Инвест вот этот вот телефон Nokia. Приходите забирать его. С Новым годом! Забрать все призы и подарки можно будет 29 декабря в канун Нового года по адресу Силкин 41. Это двухэтажное здание. На втором этаже располагается у нас телекомпания «Канал 16». Именно здесь у нас располагаются все призы. С 3 до 6 вечера всех здесь ждут. Приходите с паспортом обязательно, чтобы удостоверились люди, которые будут отдавать вам призы, что вы именно вы. Поздравляем всех! Удачи всем, успехов в новом году! Ну и, естественно, подписывайтесь на все наши каналы, на все наши социальные группы, во всех социальных сетях. С праздником! Ура! Поздравляем победителей! Ах, да! Да. Ну а если вы не сможете забрать свои призы завтра, 29 декабря, то после праздников приходите к нам в рабочее время. Мы работаем с 10 до 6 вечера.